Здравствуйте, сейчас я вам покажу ски, костюмы лыжные. Крем. Еще ниже. Это такой достаточно тонкие штаны, но они не синтепоне. Они слегка заужены. Размер S. Вот эти на толстом синтепоне 52-54, элька на подтяжках. Женские, тоненькие достаточно, но это как термин переводится, то они очень легкие, 42 размер. Сороковой размер на подтяжках. Они без синтепона. Эти на синтепоне. На резинке сзади. Размер 50. И все в очень таком хорошем состоянии. Дальше все пойдут, скорее всего, на синтепоне. Если будет без, я скажу. Здесь вот такая вот накладка сзади, кармашек. Размер М. Здесь немного у них расклешены. На молнию. Хорошие размеры. Размер М. Фирма. Толстый слой синтепона. Здесь есть просто очень тоненькие, они больше как термо идут. Размер М. Сороковой на подтяжках. Вот такие более тоненькие. Актив фирма. Размер 42. Внутри еще вот такой подсквазик. Размер 40, тоже более тоненькие, но теплые. На рост 176, 60 длина хорошая, размеры разные, соответственно. На подтяжках 40-42, не маленькие размеры. На подтяжку XL. У них во всех еще также на синтепоне, которые есть внутри, вот такие штучки, чтобы снег не попадал. Эти без синтепона, просто на теплом подсказе и термоткани. Но вот эти штучки просто затягиваются сами штаны. Они потоньше, и можно на них это сделать. 21 размер. Синтепон тонкий. Актив 40 размер. Подкладочный купон, не толстый. На подтяжках размер XL. М-ка на подтяжках. Потоньше, тонкий синтепон, размер М. XL, вот такой подклад и сетка.
элька. Второй. Тонкий синтепон. Вот это просто как термо штанишки. Размер у них M, они тянутся, SM, вот такие зауженные под что-то. Вот такие 2XL. Тоже хорошая длина и размер. XS тоненькие, но синтепон, слегка распушенные книги. Вот такие 44-й. И вот такие на рост 176. Спасибо за просмотр, вся подробная информация будет в описании.